Доброе утро. Вы на канале «Люди, у которых клюет». Сегодня своей бандой, но не полной, мы собрались ловить леща. Поймаем? Не знаю. Будем стараться? 100%. Ой-ой-ой-ой, какие тут красоты. Блин, кайф. Новое место. Новое место, мы на новом месте. На новом месте. Тут он уже сразу рогатки приготовлен. Ой, рыбка играет. Погода наишикарнейшая. Рыбка плещется. Уже вода достаточно хорошо прогрелась. Вот я на прошлых выходных был, когда один поплавочку ловил. Еще вода недостаточно была прогретая, а сейчас уже просто кайф. Там кто сигналит, на машину надо что ли брать? Кольцо едет. Макс едет. Что, здесь паркую? Ну паркуй, да, там. Вон он, приехал. Ну, привет, 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 родненький. Где вы? Вот, с каждым из вас вот так вот обнялся. Всем привет, мы на рыбалке. Я просто поздоровался. Поцеловался. Слушай, ну давай, знаешь, как сделаем? Загони, вот так, туда, нос. А, вот туда вот, да, давай? Отрепетируй заезд, Егор, еще раз, пожалуйста. Смотри, получается вот так сейчас. Вот так. И вот так вот. Всем здорово, друзья, вы на канале «Люди, у которых клюет». Я это повторяю, обязательно подписывайтесь на этот канал, нажимайте лайк, пишите комментарии. Мы в строю, мы газуем, мы вернулись на экран, и надеюсь, вы получаете удовольствие, что смотрите наш канал. Мы, во-первых, в молодежных костюмах очень. В новом одеянии. В новом одеянии, да. Даже мне столбу у тебя Россия. Даже мне достали столбу, у меня Россия, потому что это наша страна. И мы приехали на очередную рыбалку, и думаю, все получится. Мы сегодня же будем строить беседку. Вы не знали? Ну, вот это... Иначе нам зачем вот это все? Просто... Либо скворечник. Дом разобранный. Начинаем. Но если вы рады, что мы вернулись на рыбалку, что мы тут все, пусть не всем составом, но сегодня я считаю, что самым веселым составом. Ставьте лайкосы, комментосики, вот это все молодежное нажимайте. Макушка дома. Скажите, это раз много для того, чтобы приготовить суп? Вот. Давай не на дороге, здесь человек будет ехать просто. Задавит. Ну как задавит, упрется и будет стоять. Давай. Так, ты сейчас раскайфуешь. Давай, давай, не надо. Я думаю, что делать с досками вот с этим пока. Есть вот это приспособление, ручная лопатка. Ручная сказать. Кладь. Ручная кладь, да. Ты знаешь, что это. У меня тоже с собой много приспособлений сейчас. И тоже ручных, Егор. Костюмчики прям по погоде. Вот я сейчас утром встал, вообще кайфую. Короче, прикормка на леща будет оптимальная. Два пакета леща, одна сладкая кукуруза. Кукуруза как добавка, как... Ну, лещ любит. Лещ это карповый. Карп любит кукурузу. Собственно, для объема, для сладости. Два леща и одна кукуруза. Вам можно лечь плотва универсальная, ванилька. И я буду заливать его. Давай. Давай, давай, давай. Сразу все сделаем. Да, это позортирую. Ну, ё-моё, испортила. Мы в новых костюмчиках. Какие они бомбовые, удобные. Так, фирма называется... Финтрал. Очень классные костюмы. Это наша обновочка. Мы теперь всей бандой будем. Макс в таком костюме. Я в таком камуфляжном. Егор в красном. Что очень неожиданно меня видеть на межсезонных рыбалках вообще в красивом. Я впервые просто нормальные вещи на рыбалке. Именно межсезонные, да. Зимние вы видели? У меня хороший тоже костюм зимний. Можно обратиться? Обратиться? Обратиться сразу. Уважаемые ребят, которые смотрят нашу рыбалку, вот рекламодатели, все, кто нам вот такие костюмы шикарные подгоняет, пожалуйста, вот решите что-нибудь поэту. Кто-то, может, хотя бы один спонсор, который занимается кепками, смотрит нас. Пришлите, пожалуйста, не вот этот, не вот этот вот шатер пивной, а просто красивую кепку. Не, я считаю, что костюм. Так это фламинго. Вот. Я считаю, что кепка сейчас с костюмом заиграла. Прям заиграла. Мы же ждали. Я не рассказал до конца. У нас еще Тёмик тоже в костюме Финтрал.
Бомба. Финтрау, Финтрейл. Финтрейл. Я думаю, по-мордовски буду финтрау. Говорит, вот, очень удобно, очень кайфово. Утром проснулись, немножечко весенняя, прохладная вот эта вот погодочка. Нас вообще врасплох не застал. Хоп, хоп, хоп. Ну, они легенькие, не сказал, они легенькие, тоненькие. Костюм да. Отдельный кайф, да, сапоги. А еще у нас есть сапоги. Сапоги, вот. Это вообще просто... Я пока не надел. Вот. Это отдельный вид кайфа. Ногу засовываете и просто балдеете. Я никогда в жизни таких удобных мягких сапог не видел и не чувствовал на своих... Тем более после зимней. После зимней рыбалки можно сравнить, когда вот эти вот надеваешь огромные. Угу. Вот эти. Если у Финтрала есть зимние, обязательно закажем. Я просто жду, когда Тёма наденет. Его настоящая реакция, настоящие эмоции. Ну, ты говоришь, мало прикольно, еще бахнут. Давай мы еще его... Не, ну это жирно будет. Слишком много тогда прикольно. А сейчас я прикормку для Макса дам понюхать. Ваниль выкидывай, Максим. Даже нет с собой? Давай. Домашний. Ой, ваниль. Дай попробовать сразу. Вот такой кусок сразу, треугольник. Твое местное, да? Это отец делал. Как арбуз. Как леденец, просто растаял во рту и все. Тём там пока делает прикормочка, она все напиталась. Он что, мастер спорта там почти. Профессионал, за прикормки шарит. Это нам, что с Егором надо. Погнали, сейчас поймаем леща. Сейчас Назар приготовит еды. А не приготовит, дадим пизды. Сейчас научим. Короче, я вроде бы, в принципе, знаю и всегда маркерился сам. Ну давай, я специалист, ты быстренько. Давай, давай. Вот смотри, я вот ее тащу, да? О! Вот, цепь. Стой. Вот зачем ты спрыгнул? А что? Что, хоть тут что-то остался? Ну, это же вообще недалеко получилось. Мы сейчас посмотрим, чей. Мы все вообще обсмотрим. Ты вот как я буду бросать? Не зацеплюсь здесь, да? Такая дистанция? Да. Соберись мне удочку, может, нахуй готовить? Максим, давай лучше мы будем готовить, чтобы мы голодными не остались. Ладно. Ну, удочку тебе соберем. Здесь, кстати, поплавочку можно собрать, вот сидеть, да? Вообще идеальная глубина, вот здесь вот отсылается. Да? Сейчас посмотрю точно. Сколько глубина? 3 метра? Отступаем еще чуть дальше, большую глубину. Там глубина около 5. Шикарная глубина. Чуть дальше, это потому что... Очень близко стали к бровке. Ага. Сейчас чуть подальше, отступим от нее. Ну, она не сильная, конечно, не резкая прям, но все равно рыбку может упираться в нее. Все, сделали 8 закормочных. Кормушек закидывал. Можно и домой поехать, в принципе. Да, в целом. Я так накормил, что сейчас Макс сюда может попнуть уже. А парика, да? Да, давай, я тебе покажу, как не девайся. Да, вот за жопу так. Ну, давай, давай, давай. Так. Такая. Шакна. И чтобы не выйти, и... Так. И одного, да, вот видишь, идеальные крючки острые, прям. Чпинг легко. И посередке, и посередке да? Я посередке вот. Да, блядь, подвинься, ебан. Вот так вот. Убираю. Вот так вот. Закрываешь. Да что, вот первый раз. Стой. И ложись. Да ты бачу, нормально. Ты его подтащил. Ну ты сюда руку ставь сразу. Тык. И все. А я кормил уже так. Ну пусть им их немного. Ну, нормально, нормально. Все. Все, у меня подходило. Как обычно, я сам последний забрасывал, а теперь там первый получил. Обзор на тяге? Да.
Мне что-то говорят, что там вообще божественно. Ну ты просто отрежь. Давай, просто надень. Тяги барф это воздушный пакет. Да, возьми с собой, дом взорвешь. Короче, правая нога, да? Да. Ну, убери вот этот, ё-моё. Быстро. Я понял. На Россию поедешь, Ник. А это что такое? Это овы? Просто непонятно. Такие бывают вообще, да? Просто непонятно, очень пиздато, да? Мягкие сапоги какие-то. Вот без всяких там лишних, как называется, восхищений просто. Реально. Даже жалко по грязи потом не ходить. Да? Я просто, я надел, как будто не знаю, что это. В руках они совсем по-другому, какие-то, ну, тяжеловато. На ногу надел, как будто это нога, просто нога. Я даже предлагаю вот людям, кто не хочет купить, просто пойти в магазин померить. Да, 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 это топ, это вышка, просто. Я в шоке, конечно. Просто мы про такие не знаем. Типа, если бы мы еще сами бы когда-то купили, мы бы не знали, да? Я померил, я просто чуть с ума не сошел. Второй надену и все, и пойду, леща валять. Просто как в теплую ванну ноги, да? Я не хочу ванну, да. Я в них на свадьбу пойду, я думаю. Это топ. Удобнее я ничего не сделал. Это топ, это просто. Ну что, открываю. Красава. Лопич? Да. На чё? Ну вот, на нашу насадку. На мотеле? Ну, мотель плюс поприк. Ну вот, Егорчик. Грязная плата, первая хорошая. На засус. Будем сушить их. Пахан, рыба. Еще, чё, ребят? Распечатал я место. Не хочу что-то, чтобы он брыкался, чтобы я весь сопляк был. Но есть. За край еще губежки. Первый есть. Идем дальше. Ой, братан, пока. Вообще классно. Я счастлив. Только закинул, минута, сразу рыба. Хороший. Пойдем. Что, сделал 8 закормочных забросов. Плюс 9 был. Сейчас 10 закинул. Небольшой темп взял. Но пока вообще ни одной поклевки. У Дениса одна рыба, Тёмик уже 2. Мы пока сидим и отдыхаем. Но это значит, что надо немножечко подзарядиться энергией. От батончика вкусного. С кайфом вообще. Ну, давайте всем приятного аппетита. Время. Опа, и поклевочка, смотри, сразу. Пожалуйста, а нужно было лишь зарядиться энергией вкусного батончика. Ой-ой-ой-ой-ой. А можно пацачочек? Егорчик, что ты? Я там пилил. Платвелюс. А? Платвелюс, смотри, какой бодрый. Ты что, такую платву пиццаком будешь доставать? На всякий случай. Под поводочки не рвать, да? Вязаться неохота. Не, у тебя покрупнее под поводок. На. Спасибо большое. Занимайся. У меня по-любому подкатку была, я держу. А, иди сюда, родненький. Опа. Ну, какая сарделька. Эх ты, я закусил тебя. Блин, глубоковато. Но на этот счет у нас есть потрясающее средство. Не совсем понимаю принцип. Но по идее что-то должно быть вот так. Ага, куда просовываешь? О, получилось. Жирная селедка Платвелиус отправляется к нам туда.
Жирная сельдь. В муку сразу ее, в муку, быстренько. Оп, и на гарнир, как дам генерал тарелка. Как дам тебе сейчас, ну убери, давай, сплоси немножко. Ну это мелкая какая-то рыбка. Хороших лапеньков. Обратно закрашу губы. Надо быстрее, помповать. Дай-ка мне забросик один. Не-не-не, Максим, погоди. Да, один не, забросик, не, 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 один не, забросик. Не-не-не. Товарищу своему. На, вкусный батончик. Один забросик, дай, один. Ну не сейчас. Раз брошу, раз. Ну не сейчас. Ну почему? Ну потому что, погоди, сейчас пошла. Ну да, один заброс. Вот, нет. Я брошу это. Не надо. Я уйду готовить. Пожалуйста. Один заброс. Пожалуйста. Другу. Ладно бы собаки подзаборные, блядь. Ну, другу, да, один заброс. Ты бросал? Ну, помнишь? Это не то. Ты бросал спиннинг. А это что? Тут схема другая, нахуй. Это фидер. Егор, фидер я бросал. Здесь сложная схема. Я бросал фидер. Так, мы начинаем готовить соляночку. Отправляем в казан вот такую говядину на кости. Ждем, когда у нас будет готов бульон. Сразу по готовке есть прикол. Вчера я просто не успевал заехать в магазин. Заезжал Егор, я у него спросил, а ты что, говорю, это купил из копченого? Он говорит, в смысле? Я говорю, ну я же тебе кинул рецепт. Он говорит, ну прочитай, ты мне, говорит, все скинул. Я открываю, там первая копченая колбаса. А, копченая, это какая, это докторская? Я говорю, нет. Ну, из копченого получается ничего. Ну, ничего страшного, солянка же, она в этом и суть, то, что там, что добавится, то и добавится. Поэтому мы сейчас вот отправили говядину кости. У нас есть сосисочки, есть колбаска, есть огуречки. Поэтому получится достойно. Закинули, готовится бульон. Как он немножко там... Блю-блю-блю-блю. Мы его уберем, поставим саж, сделаем поджарочку, вернем казан и с кайфом будем сегодня кушать. Все. Всего приятного просмотра. Продолжайте. Возможно, подлещик, а может, плотва. Хорошая плотва. Селёдина. Как раньше был. Вот это поклёвка, блин! Есть? Нет, эх, я проспал с этой съемкой. Ебать! Просто, Егор, там такой динамит был, блядь. А может, и есть? И меня еще подергивает. Есть? Есть! Вот этот урод так клюет. Не надо. Как бы сказал Егор, это плотвич или плотвелиус? Плотвелиус. Плотвич слишком мелкая, да? Бульон уже варится, скоро будет готов. Вот, поэтому колбасочку берем. У нас будет нескромно много, хоть нас народу немного, но ингредиентов будет достаточно. Сейчас нарезаем вот так вот колбасочку. Если бы Егор знал, что такое копченая колбаса, он бы еще взял копченый, но, как оказалось, эрудит в этом плане у него очень-очень слабенький. Все бы нарезали, но не все, точнее, колбасу нарезали, отправляем в отдельную тару. Все будем собирать здесь, потому что солянка, она же сборная. Так, двигаемся дальше. Лучок, без него ни одно блюдо у нас не отходит. Так, дальше режем маринованные огуречки, уже, точнее, уже дорезаем. Собираем все вот в одну канистру. Ждем, когда будет готов бульон. Ставим саж
и делаем поджарочку. Потом будем все перемешивать. Так что смотрите, чуть-чуть осталось до итога. Есть что-то? Да. А что, какая чипсация есть? Что-то это? А? Что-то прям бодрое. Ну давай. Давай, давай. Это густерочка, оно... Густерка вам клюнула. Густерка, калин. Поклевка была прям вообще. Красная, беременна. Вот. Оттряхни ее немного. Вот это вообще турбу на засу. А там что? А там... Прям тянул ее, чувствую, прям тяжело идет, аж фрикцион немного заработал. А оказывается, это вот густерочка. Ой, губа плотная. О, красотка, густерка отправляется туда. Пацаны, густарика. Ну, на латыни. Аргентинская густера, густарико. Прикольно, прикольно. Вот сейчас уже с поклевочки я прям, честно... А чё так сопротивляется? Главное... Ой-ой-ой, вот оно. Давай, сейчас, Егор, ко мне тоже подсак надо будет. Давай. Вот он. Есть! Подсак, Егор. Ой-ой-ой. Аккуратно. Егорчик. Вытягивай. Да, вот. Вижу. Опа! Вот, это такая плотва, а? Плотва. Хорошо шла. Вот, кстати, жирная, смотрите. Хорошо, плотва шла. Блин, я думаю, тоже густерику, а? Шершавая, на нерест пошла, да? Смотри, какая плотвичка. Зерновая. Это считается... Не плотва, блядь. Вот это уже точно плотвелиус, да? Да, 100%. Гуляй, бродяга. Паш, пойдем. Он просто стоит. Я не знаю, что это за. Егор, ты куда ты забрал, да? Пойдем, Пашка, пойдем. Просто против течения рыбы пошла, я не знаю, что. Она на маге, что ли, Марк? Корягу зацепил какой-то. Он просто плавает, но не поднимает. Сом. Нет, это... Лещ хороший. Да. На парик, а? Да. Ну это лещ. Полюбас, что еще можно? Либо плотва вот такая вот. Что-то огромное. Собрались, да, мы смотрим? Просто вот плавает. Макс, я бы не рисковал вместе. Хотя бы... Максон. Да, пацаны, спокойно. Да. Не хочет сказать. Сейчас устанет. Я в этом году еще наловил крупных рыб. Давай, доставай. Я нервничаю все. Хотя бы раз, а в прошлом году ловил? Прям поклевочка такая слабенькая. Да? Да, я просто поднял, и я понял, что это нормальная рыба. Либо забагренная рыба, либо нормальная рыба, потому что он стоял просто на месте. Спокойная рыба, спокойная поклевка, тут у крупной рыбы вся спокойная поклевка. Но, может быть, за хвост, если забагрил, случайно, там на точке. Это тяжело идет, да? Ну, конечно, она в другую сторону плывет, ты ее не достанешь, она просто плывет в другую сторону. Ну, он вот плавает по своим делам просто. Он туда сходил. Да, он просто не особо интересный ему. А у нас там по-любому Егор тоже клюет, но нам интересно. Ну, пока да, там явно не крупнее. Все, до свидания. Че? Пошел. Ты его. Оторвал? Нет, сошел. Нормально. Разожмул? Нет. Сейчас еще будет один. Сейчас будет. Ну что-то двушка, да? Ну мне что-то кажется, что забагренный. Там ушел как-то прям неестественно. Да? Забагренный, наверное, да? Да ладно, суть, не переживай, сейчас еще один будет такой.
Блин. Он даже не поднимался. А сам-то? Он даже не поднимался, да? Да. Он просто плавал по своим делам. Ну, что поделать? Сейчас еще, значит, один будет плавать по своим делам. Какой один? Ты таких знаешь, сколько будет еще? Ладно, ладно. Ничего страшного. Еще будет. Мы только приехали на рыбалку. Время-то еще прошло час, дай бог. Час будет все. А ты хочешь жарить сейчас все? Да. Бульон у нас готов, мы убираем мясо с кости, все, что у нас получится убрать. Его помельче пошинкуем. До свидания. Помельче пошинкуем и отправим назад в наш бульон. И прямо сейчас начнем делать поджарочку. Колбаса, сосиски, огуречки, лучок. Сейчас все это немножечко у нас тут подзолотится. Добавим сюда томатную пасту. С ней еще раз обжарим. Нормально у тебя куски вот такие. Ну что, мужская солянка, ёпта, летает. Ну, конечно. Надо сосиски не резать целиком, ёбнуть. Так, чтобы не было изжоги, который так у нас будет, вот так вот освобождаем пространство в центре. Столбок. Убираем не просто так. Добавляем сюда пару ложек томатной пасты, вот таких больших. И дадим ей немножечко пожариться. Сразу не перемешивайте. Надо, чтобы она немножечко покипела, иначе будет изжога того рода, того стыд. А у нас и так она всегда есть, потому что очень жирно готовим. Ну, так что нужно ей дать прям минуточку-две, чтобы она немножко потомилась. Потом уже перемешаем и кайфанем. Егор уехал за чем-нибудь копченым. Скоро он вернется. Все это копченое мы тоже добавим в бульон. И все, с кайфом будем кушать. Подлещичек, возможно. Сопротивляется она что-то сильнее, даже лещик какой-то. Сбаламутила меня, коленечка мелкая. Все, теперь с огня будем убирать, перекладывать вот нашу тару. Такая у нас рыболовная соляночка. Вроде бы лещик. Пришли все-таки они ко мне. Похоже на то. Да, да, да. Пришли, братец. Не тот. Дальше губы. Да, потать. О! Вот это Шелви. Вот это да. Будем взвешивать. Умеет, да? Потом. Блин, да. Ой, вот это вообще смотри. Это так... как бы мой рекорд не побил кило 610. Ну-ка, дай-ка смотрю. А тот еще, что ли, больше по ощущениям? Да, вот здесь. А это что, блядь? Пришел. Лещ. Да, да. Хороший. Так, Егор нам подвез копченые грудиночки. Мы ее туда отправляем тоже. И отправляем вот эту нашу тарелочку с говядиной нарезанной. И... со всей приправной штукой солянка будет ложку стоять прям, мне кажется. Все это сюда подправляем, тогда же черпанем. Весь жирок смыть. Да, добавили еще оливки, высыпали. Целую баночку немножко добавили от них рассольчика. И пару сухарочков, чтобы баланс отрегулировать. Так что ждем только готовности.
Что, есть он? Да. Жесткий. Не жесткий, но вроде нормально. Башкой трясет. Лечь. Пришли они все-таки. Ой, ой, ой. Ты че, дурак? Подсак нужен, что нет? Пока нет. А, ему похуй. Слечь? Да. Все, сейчас на ща пожарит. Суп будет первый, лечь суп жареный второй. Насадка дадим, да, Макс? Ну не то, не тот, да? А я не знаю. Не, ну тот, в смысле, вообще ты его с места тронуть не мог. Ну это как бы тоже не хочет. Ты Максиму доверяешь, да? Цаком поработать? Ну, он что-то хочет. Не, Максим, да. Давай, давай, давай. Дай, да. Я помогу, но в этом же суть. Мы ездим, я сколько? Макс, наоборвешь. 100 выпусков минимум. Что надо сделать? Я даже не знаю, как объяснить, просто аккуратненько. Подчеркну его. Я, подведи, я подчеркну. Да куда подведи, тебе надо? Могу подальше. Да нет. Давай, давай, подводи. Ну сейчас, да не рви, Макс. Не хочет. Боится, блядь. Конечно, боится, блядь. Четвером собрались. Имеет присутствие свое. Ему нравится, ничего. Слушай, а вот на соревнованиях вот такая пойдет, вот так же будешь ловить с ним? Да, да, да. Там еще, мне кажется, хлеще я буду. Но если он сойдет, и я потрачу время с тот, я заплачу. Бля, удочка. Я первый раз на эту удочку ловлю таких, ну, весомых рыб и... Сейчас бы Егор с ума сошел, да? Тём, я когда узнал, что у тебя клюет, сразу приехал, Тём! Ну, скажись. Максим, Максим, подними. Вот сейчас вот можно было бы. Просто положи в воду. Просто вот, держи вот так, я вообще попробую подвести, и ты просто так аккуратно. Давай, давай, давай. Ты только не поднимай его потом вверх. Куда его? Ну просто вот так чуть-чуть. По воде вести, да? Нет, чуть-чуть прям приподними и все. Сейчас, сейчас, сейчас. Макс. Нет. Макс, оторвешь. Оторвешь. Макс, я посидел, блядь, за эту рыбалку на 10 лет вперед, блядь. Да, Макс, он, видишь, от тебя уходит. Вот. Блядь, все, ты... Макс, дай. У меня сейчас нет. Давай, я заберу. Все. Я понял, надо с этой стороны, мне что неудобно. Вот, блядь, попробовал ебаться. Пожалуйста. Ну, Максим, ну давай не будешь больше. Так, я поменьше. Два парика, да? Да. Блядь, ты посмотри, как зацепил. Плохо зацепил. Да вообще. На пути. Мог спокойно свалить. Ебать, тебе пизда, Макс, было бы. Ты бы ничего не сказал, я бы гнал. Да ебать. Иди, блядь, готов. Нахуй ты ездишь, да? Кайф. Но у меня глиссер плюс-минус. Погнал. Так, все. Ловить. Так, ну что, долгожданная рубрика, которую вы все знаете, которую вы все любите, так что давайте вы вместе с нами к ней готовьтесь. Это едим сало вместе с Денисом Сундуковым, пока он закидывал свою удочку. Мы быстренько продолжаем все это нарезать. Фу-фу-фу, зацепил. Лещ на 100 килограмм сейчас клюнул. Неожиданно как даст в палец. Сальцушечка у нас домашняя. Лучок. Лучок полукольцами у Егора клюнуло. Возможно, сейчас переключится туда. Как говорится, мелочь. Ой. А, приятно. Ну что, смотрели? Плотвич. Такой красивый, симпатичный плотвич. Вот красавец какой, смотрите. Лотвич. Опа. За нижнюю губу.
Платва пришла, ждем леща. Платвелиус клюнул, поэтому мы все дорезали, и лучка, и хлебушек, и сальцушечку взяли, горчички. Поэтому мы всех ждем на рубрику «Едим сало» вместе с Денисом Сундуком. Пойдемте! Одна поклевка, подожди, одну поклевку еще. Я просто хорошо сейчас закинул, там, тут у меня прям очень хорошо. На засушечку такую, да? А. Плотыч. Короче, все как всегда. Закинул. Подождал. Вытащи. Вообще, платва, понял? Да, приплыла платва. Жиденько. Да. Такую мы так. Нормальные плотвы. Мы это приезжаем просто посмотреть на рыбалке, как человек лещей таскает тут. Вот. Все, мы приезжаем, чисто посмотрим. На ютубе впадло, вживую же интереснее. Красава, Тём. Вообще, кстати, пары. Не, это мне кажется даже не лещ. А, не, лещ, просто не видно. Ладно, ладно. Клюют матеры. Ну вы что там где идет, что ли, сало есть? Выкладывал фотку с лещом. Скорее всего, у меня клевало, я пропустил поклевку. Ну ладно, пойдем сало поедим и дальше ловить. Ну что, едим сало вместе с Денисом Сундуковым. Рубрика объявляется открытой. Давай. Сергей, ногти будешь есть. Так, что, берем... Ой, хлеб. Егор, ты хлеб купил? Да. Егор с пекарни приехал. Все, просто, я не знаю. А знаешь почему? Потому что ракушку передал, да? Да, ракушку передал. А что ты горчи? Тут полы достала. В этот раз Егор ездил в магазин. Ты что ж не взял нашу любимую горчи? Нет, я просил, какая самая сладкая. Зубную пасту какую взял, Максим? Давай. Сразу сюда же вот так вот кусочки сальцухи. Ой, бля, это не сало, это вообще, я не знаю, что-то мощное такое. Да, немножечко лучка. Лук сильно много не надо, потом хочешь весь день пить, хочешь. Так. Сюда. Пиво причем. Хочешь что-то весь день пиво пьешь. Давайте, что? Объявляется рубрика открытой. Так, быстренько до холодильника. Паузу нажимайте. До холодильника добегаете. У кого есть холодильник, а сейчас, я думаю, в 2023 году у каждого человека дома есть холодильник. Ну, либо окно такое, а там в нем открываешь окно, то такое. Но сейчас летом там не особо. Согласен, мимо. Да, да. Сало. Эх, пацаны, посмотрите на мотивок там. Что происходит? Эх ты, погнали там, что-то клюет. Отменяем сало. Чё, а? Да ладно. Ебать! Да ладно, я просрал. И я? А, не, у меня есть. Я просрал. Ты... Да? Просрал. Вперед, пацаны! Охренеть, я плевал, ты видел? У меня есть. Но клевало сильно, но это вот.
Батон. Ну блин, ну чё? Эх, ты как заглотила, скотинская. Я пока не буду кидать, пойду поем нормально. Не, я закину. Уговорил. Уговорил, тоже закину. Я еще глубже. Он не идет сюда. Вот он этот, ёбаный качкач. Опять поймал что-то. Рыба. Моей мечты. Угу. Не, она сейчас что-то дома. По ощущениям, что это больше кило 610. Уверен? Я думаю, да. Я думаю, это двушка. Да, пацаны, потом дождь. Да надо умнеть, отдай её. А просто я сейчас... Все, он уже устал, без знаю. Ты, конечно, устал, блядь. Ну, дайте Максу просто. Факт в том, что, мне кажется, это самка отнерестилась. И че? Ну, твил у нее это, красный. Очко? Ну, не очко, а... Очко. Ну смотри, интересно, мы сейчас наблюдаем за клубным мячом, а у нас там такие сейчас ходят, ты понимаешь? Да, блядь, поборвано, не закинуто. У меня вон удочка лежит. Знаменитые шелонские свечки. Лещевые свечи. Да давай помогу, Тём, просто тут быстренько подщеплю. Хочешь? Все. Последний раз. Здорово. Так вот неудобно одной рукой. Ну поэтому все в паре работаем, да, Игорь? Да, у нас вообще только так забираем. Все. Да. Там. Ну давай его теперь сюда поближе рассмотрим. Хорошая рыбалка сегодня получается у Тёмы. У нас... Пока я оборванный, сейчас будем переделываться. Ой, мотыга какая! Это рыба луна. Вот это мотыга. Слушай, ну это явно прям больше кило 610. Дай с кулака. Вот так. Тихо. Ты чё? Ну-ка. Фанера. Смотри, ноздри какие. Ко мне не пойдут такие. Брдум. По кайфу. Тема дает. Так, наливаем соляночку нашу. Сейчас будем дегустировать. Погуще вот так вот. Кусочки большие у нас. Как надо. Солянку, сметану добавляете? Усёрка приятная была. Монатик. Друзья, это вкусно. Солянка бомба, честно говоря. Шикарный босс. Говорю, да жалко, что не с похмелья. Переводим продукты просто так. Да ебать, вот это куски, блядь, лук вареного. Вареный лук же дьявол придумал. Вот, блядь. Бля, какая вкусная. Супы мы мало готовили. А на природе, на рыбалке, они лучше всех, я заметил, залетают. Угу. Мясо тоже хорошо, но супчик, оно как-то жиденькое. Так, блядь, приятно, сука, аж не могу. А когда суп был в хлебе? Мне кажется, вот раньше, когда денег не было, можно было за такой бульон проститутку заказать. Я думаю, сейчас можно договориться попробовать. Да, мне кажется, даже сейчас. Она скажет сначала... Главное говорить попробовать. Да, нет, скажешь. Попробуй. Ну попробуй. Нет, говорит, все. Только деньги. Ты говоришь, ну на, попробуй, на. Ладно, давай. Полка за на две ночи. Че, на мою удочку не клюет, пока Тёма ест. У него там сел лещ.
брыкался. Вот так, кончик, кюртип. Шатался-мотался, я решил достать. Рыба присутствует, будем сейчас доставать. Ой, О, так, подержи-ка, блядь, снимай. Дай под соком поработать. Да что под соком работать, я уже достал. Все. Ну, хотя бы на Тёмину удочку. Считается тоже мной пойман. О, хорош какой. А ты думал, что нет ничего? Ну, он сначала что-то на меня, что ли, пошел. Тём, ну что? Видишь, как серьезный специалист, одной рукой под сак. А ну, да. Вот он, красавец, а? Блюм-блюм, о, рот у него. Хоть пойманы здесь в темной точке, отправляется к нам. На садок. Нормальная рыба вроде. Не хочет подниматься, что-то. Кормушечки, да. Ну не гигант такой. Нормально. Пойдет. Да? Бывает больше, но мы этому довольны. Вот всю зиму ждал, когда же поеду на УЗУ, половлю нормальных рыб, и это случилось, кайф, счастлив. Фух. Один выезд, конечно, у нас был провальный, рановато приехали, но сейчас, я думаю, шикарно, рыб есть, он ест, радует нас своими поклевками. Подлещик. Пожалуйста. Подлещара, подшелочек. Ну это вообще не серьезно, пацаны. Ну это вообще не серьезно. У меня же родители посмотрят это видео. И что скажет отец? Нормальный, скорее всего. Против течения пошел. Дэн! Иди жарь! Конечно, жарить лучше карася там, допустим. Там щучку можно. Лещ больше идет под копчение или...
завялить его было бы шикарно. Но сейчас пожарим, я думаю, тоже вкусно будет. Хоть и больше рыбы под другой предназначено. Но я думаю, кайфанем сейчас мы, да, Егор? Конечно. Перец есть у нас. Ой, вот смотрите, прям чистое мясцо. Свежий лещ просто. Наисвежайшие лещары. Ротвелиус. Я думаю, мы и так сыты, наелись, много не будем. У нас времени особо мариноваться не будем давать, поэтому я вот такие надрезы делаю, чтобы он прожарился, сразу и соль туда вовнутрь попала, быстрее замариновалась рыбка. Особенно вот эти вот спина, толстые части. Во. Немного посолим сразу. О, крупная соль какая. Вот так вот растопырим щелочки, чтобы соль туда попала. Во. Так вот. О, лимон есть, давай. Кайф. Солянку готовили, лимон остался. Так, вот сюда вот. Лимончик пусть будет. Сюда. Так, ну давай в плотвелиус тоже небольшой кусочек. Так. Кайф. Паприка копченая, молотая. Но, блин, сейчас вот ветер, я не знаю, как буду. Сейчас ветер, не знаю, как сыпать. Давай чуть попозже. Мука еще у нас. Надо муку же рыбу. Ну-ка, угомонись! Я чуть-чуть паприкой хочу их посыпать. Блин, ну с этим ветром, конечно, только сыпать. Так вот. Так вот. Весь лимон поубегал обратно. О, паприка будет вкусно, думаю. Сейчас еще ее вот так всю рыбу лимоном полью. Лимончиком. Так, лимонным соком прям все. Все, ништяк. Давай масло туда, да, Егорчик? Да. Вот сюда вот так. Эх ты, блядь, вот этот ветер. Ветруганище. Муку. Да. Лимончик внутри, все как надо. Паприка сейчас аромат даст. Все, да? О! О! И плотвичка. Ой, сейчас мы что с Егорчиком замутим, смотрите. Опа. Только что лещи плавали, а вон они уже на саджике у нас жарятся. Посмотрите-ка. Ой, ё-моё, вкуснотища. Такого в ресторане не увидите. Вот что говорит. Плотву можно перевернуть уже. Да, она побыстрее прям схватилась. Да, она уже готова почти. Так, я думаю, этих тоже уже можно. Ой, блядь, красотища какая. Мука, что ли, такая желтая, да? Да. Ой, красота. Макс, типа спишь в машине? Что готовить? Максим, рыб пожарили будешь? Не знаю пока. Спрашиваешь, откуда мы ее взяли? Поймали. Ой, это. Спасибо. А половник какой у нас, черпак, лопатка мощная. Хороший. Да? Сосна теперь рыбка еще попьет. Добавил. Дай. Ну? Что-то по лицу не скажешь. Костлявая. Это вот, вещь. Вкусная, корочка. Да можно руками? Я сам руками. Он не просолился. Соль мало. Ну потому что крупная соль.
Кстати. Оплату или усы, Егор? Я не любитель такой рыбы. Речной. Плот еще с корочкой вот этой. У меня просто поменьше, наверное, поэтому. Получше. Да что, блядь, я говорю, вкусно, невкусно, еще мы с Егором здесь обсуждаем. Вкусно. Свежепойманная рыба только что из реки. Угу. Не важно, я одну почистил, она еще живая была. Сразу шарахнули. В следующий раз прям чисто плотвелиусов нажарим, да? Я потом смотри, как мы сразу контраст после плотвы. Да? Пойдем, доставать все тяжело. Нормально! От души душевно в душу, я бы сказал. Ну там две тяги бархатные прям. Конкретно. Вот одна. Вот это вообще кефтеме. Вот кефтемешки две. Че, отдельно будем рот им? Надо в чем-нибудь их, да? Есть пакет, пацаны, чтобы губу не рвать рыбе. 9, 12, 13. Это под шелвик, да? Да. 14. Просто говорит 14. Ну, 14, да. 14 двух зажарил. Лещ под лещик примерно 20 штуки. Плюс плотвелиусов, да? Да. Я тебе сейчас, блядь! Если бы не костюм Финтра, лода не проницаем, сейчас бы весь мокрый был. Ну-ка. О, да нет. Два. Кило 560. Минус 170. 170. Кило 110. На, но. Сейчас просто не дотащу. А 3 кило. 3 кило плотвы. Вот это сапа. Сапа, да, одна. Вот сапа хорошая. А вот это тут... Ой, вот это вообще хорошая. Вот это мразота лихая. Конкретный плотвилиус. Шершавые. Баскетбольное кольцо закидывается. Смотри сюда. Знаешь, вот это побольше еще будет. Да? Да. Давай пиво вниз. Пакет кидай. Вот это уже двулик. Это кто поймал? Честно. Давай. Я, да. Это честно. Если честно, нет двулика. Кило 530. Но тут вот без этого, видишь? Не, полторашка тяжелая рыба. Давай. Сколько? 10. 9600. Так, ну что, мы всю рыбу забирать не будем. Взяли там по две штучки. Чуть-чуть прям так. Дома на жареху. И мелочь взяли засушить. Остальных всех отпускаем. Тем более, они еще должны икру отметать. Новых шелвиков принести. Поэтому, Тёмик, отпускай давай. Чё, уплывают? Да. Чё, уплыли все. Выживут? Конечно. А чё они сидели в воде? Плотненько. Я мало забудует. По кайфу, отпускайте рыбу. А наш улов? Давай, чё. Да ё-моё, ну ты чё. Егор, и мы с тобой на двоих. Барабанная дробь? 16. Это грамм, а килограмм? 3300. 3300. Сосил. На самом деле, хорошая погода, шикарная. Да, несмотря на ветер, но есть улов. Не было лично вот у меня леща крупного, был под лещики. Хорошая плотва шла. Хотелось бы еще побольше, если честно. Побольше поклевок и покрупнее рыбу. А так в целом супер. Ну, отлично, честно, понравилось. Погода, кайф. Ветерок такой прохладненький, супер. Не, хороший на засолочек вот эта вся рыба. Вот этот. Подлещики, плотва пойдет. Вот этот вот тоже мужчина нормальный. Бомба рыбал. Все это на засолочку. Так, ну, закончился наш сегодняшний отдых на природе. Наша рыбалочка на реке Уза в черте населенного пункта Шимышейка.
Или не надо место сдавать? Нормально. Да тут и так все не знают. Это все с мышей. Да, все знают. Вот, комбикормовый, короче. Да, все это место знают, все здесь ловят. Подходили мужики даже с Кузнецка за 100 километров приезжают, ловят. Хороший денек выдался. Вкусных два блюда поели. Даже три. Сало отцовское. Солянка максимовская, максовская. И лещ узовский, жареный. Лещ сундуковский. Да, мы, короче, свежепоенному пожарили, увидели, очень получилось вкусно. Надо это в практику почаще применять, как бы, чтобы на рыбалке свои вкусовые сосочки удовлетворять. Но нужны эти плотвилс. Да, плотвичка. Ну, нет, просто, может, она поменьше прожарилась сильнее. Чё, блин, кайф! Погода уже хорошая, жалко, не всей бандой. Никитоса с Вадимом не хватает, они сегодня заняты там по своим делам. Но, в принципе, и такой маленькой бандой мы отдохнули достаточно прекрасно. Ну всё. А что, да, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, пишите комментарии. Мы снимаем для вас, это нас, как говорится, мотивирует, бодрит. Домой. Да, я поехал. Еще пока Макс уходит уже. Друзья, кому интересно про костюмы, в которых мы сегодня были, почитайте в описании к этому видеоролику. Так, все, погнали. Мусор за собой убрали. Не только что за собой, даже за другими свиньями, кто здесь рыбачил перед нами, тоже подсобрали. Единственное, остались вот от рыб пузыри, но их, я думаю, птицы склюют. И дрова оставили. Мы немного лешка взяли, вот этих дощечек, брусочков. Но кто-то здесь будет рыбачить с утра в ночь, со залещом в ночь приезжает, сожгут в костре эти бруски. Поэтому только даже, думаю, лучше каким-то людям мы сделали. Да? Поэтому все? Смотрите рыбалку, любите рыбалку и ездите на рыбалку. Всем спасибо, пока-пока. Если нажмешь вот сюда, то подпишешься на наш канал. Если нажмешь сюда, то посмотришь годный видос. Также крутые видео находятся тут и тут. Всем респект! Мы люди, у которых клюет.